Привет, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий. И сегодняшний видеоподкаст будет достаточно коротким. И звучит он следующим образом. Формируйте вокруг себя окружение оптимистов. Окружение людей, которые стремятся чего-то достичь в жизни. Окружение амбициозных людей. Потому что каждый из вас, каждый из нас становится тем, с кем мы общаемся. То есть влияние нашего окружения на нашу личность, оно очень велико. Соответственно, если вы хотите стать более оптимистичным, стать более амбициозным, стать более динамичным в своей жизни, необходимо начать общаться с соответствующими людьми. И это золотой закон, который приводит к значительным изменениям в жизни. Поэтому выбирайте правильно окружение, и жизнь сложится обязательно таким образом, каким вы сами того захотите. С вами был Кирилл Куницкий. Если вам понравился этот короткий видеоподкаст, поставьте лайк под этим видео. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. И буду благодарен за комментарии, которые вы будете оставлять. Увидимся. Пока.